Всем доброго времени суток, дорогие зрители. С вами канал недвижимость Турции Paradise Alanya. Если вас интересует недвижимость в Алании, обращайтесь, по любым критериям найдем то, что вы ищете: виллы, земельные участки, квартиры. А также мы можем снять ролик вашей квартиры, если вы желаете его продать. Продаем быстро, как пирожочек улетает. Звоните, пишите по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Я нашел для вас трехкомнатную квартиру в районе Тосно. Качественный проект, которого был сдан в 2008 году. Здесь у нас вот такой открытый бассейн. Вот это здание. Так, расстояние отсюда до моря максимум 470 метров. Рядом у нас мечеть. Впереди есть генератор, зона барбекю, открытая парковка. Так, дорога отсюда вниз. В той стороне вся инфраструктура для жизни. Здесь вот это старостройки, сколько лет стоят, никак не разрушат их. Так, здесь парковочные места для ля-ля-сипедов. Здесь что у нас? Так, там теннисный корт, баскетбольная площадка. Айдат здесь 100 лир. Вот. Так. Все, больше ничего нету. То, что есть. Вот это отель Diamond Blue Diamond Beach. Diamond Beach, да. Там песчаный пляж в Тосмуре. Плавный вход. Рядом магазин, сеть магазинов Шок, Бим, Сеч. Впереди Мигрос. Ближе к пляжу. Также банкоматы, все там есть. Так, здесь у нас вход. Лобби, скажем. Лифт тоже есть, но я поднимусь пешком. Это второй этаж. Тут очень просторно. Вот. Квартира у нас в этой стороне. Так, вот лифт. И квартира. Продается с мебелью и бытовой техникой по очень выгодной цене. Так, просторная спальня у нас. Вот сейф хозяин заберет. Кондиционер фирмы Бека. Пол мраморный. Так, здесь вот такая прихожая. С правой стороны первый санузел. Проточный водонагреватель стоит фирмы Бека. Так. С правой стороны у нас просторная спальня, как минимум 17 квадратных метров. Здесь второй санузел хозяйской спальни. Тут понятно. Вот. В длину спальня. Может, минимум 17, не то 20 квадратных метров. Спальня просторная. Кондиционер фирмы Бека. У нас здесь балкон первый, сторона тут северная и западная, застекленный балкон. Так, закроем двери. И гостиная.
совмещенная с кухней. Можно также отделить кухню. Тоже просторная квартира. Брутто здесь 125 квадратных метров. Жилая площадь где-то 95 квадратных метров. С балконом вместе. Сейчас отменим. Вот просторный балкон. Тоже застеклили. Вот смотрит на теннисный корт. Ну, мини-футбольная площадка, кто как хочет, пользуется. Но там редко кто играет, так что никто не будет шуметь. Уже забыли. Так, тихо, спокойно. Угу. Кондиционер новый, фирмы Баймак, инверторная. Акемаль, Ататюрк, портрет четкий. Так, дорогие зрители, подведем итог. Дорогие зрители, квартира находится на втором этаже, по российским меркам, по турецким, первый этаж. Расстояние до моря максимум 470 метров. Есть 2-3 направления до моря. Впереди от нас на расстоянии где-то 300 метров речка Дим протекает там, и там парки с двух сторон. И магазин. Здесь рядом также овощной, фруктовый, очень хороший маркет есть, видите. Все в шаговой доступности. Также маршрутка по дороге едет номер 10 на Димчай и по трассе D400. Так, проект был сдан в 2008 году. Цена этой квартиры 65 500 евро. Если вам понравилась эта квартира, обращайтесь по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. С вами был мистер Агаси из солнечной Алании, район Тосмур. Всем желаю радости, добра, благополучия, процветания, побольше денег, терпения в жизни. Не болейте. Всем пока-пока.